5000 рублей за монету. В Екатеринбурге один из банков начал скупать монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей, выпущенные в 2003 году питерским монетным двором. Уже есть первые счастливчики. Всем привет! Недавно я получил задание от Светланы Трушиной, а также именно это задание я получал еще год и полтора назад от канала Монета58Рус от Дениса. И вот сегодня я решил это сделать. Итак, задание было показать свою первую монету и как я пришел к нумизматике. Итак, начнем. У меня в детстве, конечно, была коллекция, были монеты и царские, и советские рубли, и иностранные монеты, и молодая Россия. Но в какой-то период, как говорится, в молодости, ну, мне это стало неинтересно, и я ее забыл совсем, эту коллекцию, она практически вся была утеряна. Потом же я пошел служить в армию, у меня командир батальона занимался нумизматикой, и я ему эти монеты потихоньку все передавал и уходил в увольнение, в отпуске. Ну, в общем, покупал комбата. Как-то так. И в какой-то период я увидел в новостной ленте, что банки скупают монеты по 5000 рублей. Я, естественно, взял свою копилочку и начал искать монеты, смотреть. 2003 года я ни одной монеты не нашел, хотя у меня один из знакомых нашел 5 рублей, точно так же в кармане просто у него лежали. Я не нашел. Но нашел вот эту монету, которая меня заинтересовала. Это у нас 1 рубль 2001 года. Монета посвящена 10-летию Содружества независимых государств СНГ. Она мне показалась интересной. Я, естественно, посмотрел в интернете стоимость. Оказалось, что стоимость в пределах 30 рублей несущественная, но она меня именно заинтересовала. С этого момента я начал смотреть, изучать, какие монеты сколько стоят, и удивлялся, что многое обычная ходячка стоит больших денег. В надежде что-нибудь когда-нибудь найти, пересматривал всю мелочь. Потом начал смотреть аукционы. На аукционе Walmart подсел очень сильно. Покупал там много монет. Конечно же, там не дешево относительно других аукционов. Ну, на тот момент я не знал других аукционов. И покупал все монеты на Walmart. Оказалось, что столько много интересных монет выпускают банки. Вот так вот я и подсел на нумизматику. Надеюсь, я с заданием справился. Ссылочки на ребят я оставлю в описании под этим роликом. Также хочу передать задание каналу Вадим Нумизмат и Татьяна Новикова. Ребята, покажите вашу первую монету и как вы пришли к нумизматике. Все, спасибо всем за внимание. Не забудьте оценить ролик лайком или дизлайком, кому как нравится. Всем пока и удачи!